Всем доброго времени суток, Мерекина Наталья, центр Альфа Омега Плюс представляет вам гороскоп на 29 сентября 2018 года. Луна в Близнецах, 20 лунный день. Сегодня в 21 час мы вас ждем на вебинаре специалиста по голосу Алины Даниэль. Наш вебинар называется «Голос и уверенность». Вы узнаете три качества уверенного голоса и заставите себя слышать. Сегодня день уверенных в себе людей. Есть шанс сдвинуть с мертвой точки любые проекты. Неважно, что сегодня выходной, главное верить в свою счастливую звезду и чувствовать себя по-настоящему успешным человеком. Это удачный день для решения финансовых и материальных вопросов. Хорошо покупать предметы и вещи для дома. Делайте позитивные установки на повышение благосостояния и получение денежной работы. Сегодня хорошее время для начала новых дел и принятия важных решений. Главное – сконцентрироваться на деле, и тогда ничто не помешает вашим замыслам. Сегодня не будьте слишком раздражительны. Вы можете испортить отношения с окружающими. Контролируйте свои желания и найдите такой вид активности, который был бы по-настоящему полезен для вам для здоровья и восстановления сил. Сегодня можно планировать переезды. Возможны также вещи и сны. А магия дня говорит нам о том, что сегодня возможно обретение высшего смысла жизни. Хорошо входить в контакт с духовным учителем. Из бытовых дел стоит заняться выпечкой, кулинарией и рукоделием. Также это благоприятный день для наведения порядка и генеральной уборки. Сегодня полезно пересчитывать деньги. Можно давать в долг, но нельзя проявлять расточительность. Продолжается период успеха в личной жизни. Но сегодня возможны обособленность и резкость в высказываниях. День благоприятен для голодания и медитации. Полезен массаж ладоней и стоп, а также разминание на них активных точек. Результативно лечение репродуктивной сферы. День 29 сентября благоприятен для весов и рыб, но менее благоприятен для скорпионов. Всем до завтра!